Привет, с вами снова я, Витя. Сегодня я вам покажу, как делать подмену в пресном аквариуме. Для этого нам понадобится вот эта баночка. Зачерпываем воду из аквариума. И следим, чтобы рыбки не попали сюда. Когда баночка станет полной, нужно подождать, пока все капельки стекут. А потом идти ее сливать. Одну банку я уже слил. Второй заход. Все. Пусть стекает. Третий заход. Воду надо менять около 10% в неделю. Пусть течет вода. Все, можно течет нас. Начинаем подливать воду. Также воду в аквариум можно подливать при помощи шланга и ведерка. И сливать. А мне удобнее так. Вода для подмен не должна быть слишком холодной, чтобы не было скачков температуры.